Сезон для роллеров, скейтеров и велосипедистов в самом разгаре. В будние и выходные дни активные ульяновцы собираются на излюбленном месте площади Ленина, чтобы тренироваться и улучшать свое мастерство. Международный день семьи, прошедший 12 мая, не стал исключением. Приятным сюрпризом и необычным зрелищем для окружающих стали показательные выступления велосипедистов на пневмоподушке. Она представляет собой надувной батут для прыжков и была бесплатно предоставлена для ребят. Так спортсмены смогли отработать свои трюки и испытать адреналин.